Привет! Сегодняшняя моя тренировка на все тело. И мы с вами в режиме 40-10, 40 секунд работы, 10 секунд отдыха проработаем все основные мышечные группы. И также за эти 10 секунд отдыха я объясню вам технику выполнения следующего упражнения. А также начинаем мы с вами с разогрева, с разминки и заканчиваем с вами небольшой растяжкой. Thank you.
Итак, наше первое упражнение на бицепс. Ставим стопы на ширину таза, расслабляем колени и подтягиваем живот. Сводим лопатки и выравниваем спину. На выдох подъем наверх поочередно одной гантели. Обязательно фиксируйте локти и не раскачивайтесь. А теперь делаем то же самое, работают только две руки одновременно. А теперь то же самое, продолжаем работать на бицепс, делаем 3 пружинки параллельно полу. А теперь мы к бицепсу подключаем работу плечей. Также поднимаем гантели наверх, а затем локоть чуть выше плеча. Дальше работаем только на плечи. Делаем тягу наверх к подбородку. Гантели останавливаются выше груди. Локти тянутся наверх, поднимаются чуть выше плеча. Дальше у нас модификация. После тяги наверх добавляем выведение одной гантели вперед и чередуем левая рука и правая. I'm on my own, broken.
broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. We're searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Следующее упражнение — отведение руки вперед. Не поднимайте локти выше плечевого сустава. Дальше начинаем работать на спину. Точно так же. Поставьте стопы на ширину таза, опускайтесь вниз за счет наклона спины, не сгибая колени. Колени сгибаются внизу за счет того, что опускается вперед спина. Не приседаем. Наклон спины, держим спину ровной. А теперь в наклоне добавляем одну тягу гантелей к поясу. Старайтесь завести локти назад, как будто бы они хотят найти друг друга за спиной. И гантель тянем к поясу. А теперь останьтесь в наклоне, делаем только тягу. Что ж, а теперь переходим на ноги, точнее на заднюю поверхность бедра и ягодицы. Делаем выпад вниз, в нижней точке, между коленом задней ноги и пяткой передней опорной у вас должно быть не менее 10 сантиметров. Корпус оставляем ровный, можно немного наклонить спину вперед. Также не забываем подтягивать живот. А теперь подтяни колено задней ноги так, чтобы оба колени были на одной линии. Делай наклон спины вперед, прогибайся в пояснице и отводи таз назад. Держи спину ровной и подтянутым живот. We'll be right back.
А теперь та же нога остается у тебя опорная на полу. Расслабь колено, напряги мышцы пресса и отводи одну ногу в диагональ назад. На выдох отводи и на вдох возвращай к себе. Старайся носок в пол не опускать, не расслаблять мышцы. А теперь меняем сторону и делаем те же три упражнения, только на другую ногу. Дальше переходим на пресс. Опускайся круглой спиной вниз. Одну гантель откладывая в сторону, другую держи перед собой. На выдох подкручивая корпус наверх. Can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Через одно колено поднимись наверх и теперь еще немного поработаем на плечи. Внизу гантель не опускай ни на колени, ни на пол. Держи в нижней точке на весу и вперед выводи перед собой на уровень плечей. I just wanna know what you're gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one.
А теперь делаем то же самое на полу. Качаем пресс, только немного замедляемся. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. Теперь через колено опять круглой спиной поднимайся наверх, ищи вторую гантель, и мы еще раз поработаем на плечи. На выдох приводи гантели наверх, своди над головой, и на вдох опускай вниз, а локоть оставляй на уровне плеча. Теперь мы обе гантели откладываем и работаем только на прямые скручивания наверх. Касаемся ладошками наших коленей. А теперь просто тянемся руками вперед и делаем небольшие пружинки. Старайтесь шею не напрягать, а наоборот расслабить. А вот пресс наоборот напряги. Теперь касаемся каждой пятки, делая повороты то влево, то вправо. Более легкий вариант: поставь стопы чуть шире таза или же на ширину таза. И более сложный: в центр сведи стопы вместе, колени вместе, и также касайся каждой пятки наклоном корпуса. Теперь снова ищем гантели и немного поработаем на грудные мышцы, делая жим наверх. На вдох опускаемся вниз, тянем локти, не забываем кисть держать ровно на уровне локтя, а также выжимаем гантель наверх с выдохом.
Дальше у нас разведение рук. Не забывайте кисти держать чуть выше локтя наверху и сводить в центр гантели на уровне груди. Возвращаемся снова к жиму гантелей наверх, только теперь меняем темп. Один, опусти гантели вниз и на три плавно выжми наверх, сведи гантели на уровне груди. Снова возвращаемся к разведению и добавляем наш темп 1 к 3. На 1 разводим гантели вниз и на 3 плавно с выдохом возвращаемся наверх, сводим гантели на уровне груди. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 Возвращаемся к жиму и снова меняем просто темп, делая внизу 3 пружинки и выжимаем наверх. Также меняем темп в разведении гантелей, делая просто 3 пружинки внизу в нижней точке. Отлично, с грудными мышцами закончили. Еще немного прокачаем пресс, делая косые скручивания к одному колену. Заведи одну руку за голову, расслабь шею и на выдох подкручивай корпус наверх к противоположному колену. Thank you.
теперь выравниваем параллельно полу ту руку и ногу, которые у нас работали. И на выдох скручиваемся локоть колена в центре. Дальше делаем косые скручивания, только меняем сторону. Рука за голову и поехали. Дальше у нас обратное скручивание. Мы плавно отрываем копчик и плавно опускаем вниз. Обязательно без резких движений. Можете еще медленнее опускать поясницу на пол. Теперь объединяем два упражнения, делая одновременно и прямые скручивания, и обратные. Руки за голову, отрываем и лопатки от пола, и копчик. На выдох в центре, касаемся локоть колена. На этом все, вы молодцы, мы прокачали свое тело, у нас осталась теперь только растяжка.
my head, suffocated by sorrow. My bones start to disconnect, my soul becomes hollow.